Привет, друзья! Сегодня будем готовить с вами очень простой и очень легкий тортик, который понравится всем. Он очень воздушный и очень нежный получается. Готовится он просто, и на утро вы получаете уже очень легкий тортик. Я буду готовить на пол порции, соответственно, если вам нужна полная порция, вы умножаете все продукты на 2. У меня получился тортик диаметром 18 на 18 сантиметров, квадратненький. Для начала в воде комнатной температуры нужно растворить желе. Высыпаю и оставляю просто постоять минут на 30, чтобы полностью масса желейная набухла. Затем ставлю в микроволновку и импульсами секунд по 20 растворяю эту массу. Она становится горяченькой и полностью растворяется в ней желатин, чтобы не было никаких крупинок. Отставляю в холод, чтобы эта масса остыла практически до комнатной температуры. Тем временем блендером хорошо пробиваю сметану, сахар и творог до полностью однородного состояния. И частями затем ввожу желейную массу, когда она уже остыла. Еще немножечко пробиваю это блендером несколько минут, для того, чтобы масса начала немножечко даже загустевать, она становится более воздушной. Я взяла коробку, такую, которая мне кажется подойдет по размеру, чтобы легли у меня удобно мои печеньки. Абсолютно не принципиально, какой размер вы выберете. Я укладываю печеньки на дно, но также их можно просто выложить наверх на муссовую массу. И выливаю полностью сюда мусс. Затем это все ставлю в холодильник минимум на 4-6 часов. У меня это было на ночь. Для украшения я решила сделать белую глазурь. Растапливаю шоколад на водяной бане в горяченькой водичке, но не кипятке. Либо в микроволновке, либо на паровой бане, как вам удобно. Затем добавляю сюда растительное масло абсолютно без запаха и все это тщательно перемешиваю. Оно хорошо соединяется абсолютно с шоколадом. И выливаю глазурь на тортик. Разравниваю шоколадную глазурь. И затем можно ее присыпать хоть орешками, хоть кокосовой стружкой. У меня сейчас это кокосовая стружка. Эта глазурь удобна тем, что она не трескается при нарезании, не крошится. При этом она не будет уже потом липкой через там полчасика. Но при этом остается такой же шоколадной и очень вкусной. Все очень просто, приготовить очень быстро, а на утро получаете вот такой вот нежный, легкий и воздушный тортик. Обязательно попробуйте, а с вами, как всегда, был Кекс, друзья, до новых встреч, пока-пока!